Матушка! Интернет-журнал 7 на 7! Горизонтальная Россия! Еще до революции было выражение такое, про жителей Пензы говорили, там, добродушный пензяк. Вот, здесь люди, они такие добродушные, они, может быть, немножко заторможенные, не такие там активные, как в городах-миллионников, но в этом есть... Но это подкупает, они настоящие, они живые. Я, как обычно, вот такой талмуд приготовила вопросы, потом думаю, а зачем? Лучше живая беседа. Это же не только политически, вот эта маленькая кучка политических активистов. Сейчас очень много людей, ну, особенно с этой пенсионной реформой, это с обманутыми дольщиками и так далее, люди, которые вообще, ну, что мы там с политикой не связываемся, это не про нас. А что касается местных властей, то у них позиция такая, что все хорошее должно исходить от них. Тут какие-то организации вертятся под ногами, еще что-то пытаются делать хорошего. Тут, наверное, наиболее живой с точки зрения активности город из всех, в которых мы побывали. И просто вот молчать на кухне, не знаю, с родителями разговаривать, ой, как все погано, плохо, это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу, чтобы в будущем мог сказать, что я был частью вот этого всего движения, которое могло изменить нашу страну.